Всем привет! Сегодня у меня на обзоре вот такая вот колоночка. Фирма Art Sun. Поближе покажу. Колоночка портативная. Такая вот упаковочка. Имеет характеристики. Мощность 2,5 Вт. Емкость батарейки 3,7 Вт 800 Ампер. И размеры 68 на 72 на 75 миллиметров. Ну, размеры это никому не интересно. Вот. Сейчас мы ее распакуем. В комплекте инструкция на китайском языке. Или гарантийный талон даже, наверное. Так. Вот инструкция. Правда, тоже на китайском языке. Ну, здесь есть еще на английском, уже хорошо. Показывается, что может эта колонка. Угу. Так, в комплекте шнур для зарядки. С одной стороны USB, с другой стороны вот такой вот. Да, он не подписанный. Но это что-то типа, как это было на старых толстых Nokia. Ну, немножко похож. И шнур AUX, это с обеих сторон 3,5 миллиметра. Это стандартный шнур, как на наушниках, только с обеих сторон. Вот, и сама колоночка вот такая вот гламурная, розовенькая. Имеет, значит, кнопочку включения. Так, можно подключать флешку USB, можно подключать вход, допустим, с телефона line in, и здесь зарядка. Здесь своя встроенная батарейка. Так, еще можно SD-MMC карту подключать. Вот. Так. Вот здесь открывается и можно поставить батарейку, стандартную батарейку от Nokia BL5C. То есть стандартная Nokia батарейка, и она сюда подходит. Так, здесь гарантийная наклеечка, по которой написано, что она собрана, эта колоночка, аж в 2011 году. Учитывая, что сейчас 2016 год, ну, это... долго же она пролежала на китайских складах. Вот, ну что, включаем ее. У меня есть для проверочки, наверное, вот через адаптер. Так. Вот. И ничего не происходит. Видать, разъем под флешку. Ой, какой свист. Судя по всему, батарейка здесь севшая. Обычно, когда на таких колонках садится батарейка, появляется неприятный гул и свист. Попробую сейчас найти другую батареечку. Ну, ладно, покажу, что на этой колоночке есть. Получается, кнопочка repeat. Не знаю, за что отвечает. Скорее всего, повтор песни. Здесь получается кнопки вперед и назад. То есть следующий трек, предыдущий трек. Кнопочки громкости, громкость ниже, громкость больше. И play-пауза. Так, ну получается, можно на этой колоночке слушать через SD разъем и можно через обычный USB. Сейчас подключу. Так, ну теперь по звуку. Я сделаю, попробую погромче. Thank you.
Ну, китайцы будут не китайцами, если они не впихнут в одну из таких колонок какую-нибудь свистелку, перделку, там, я не знаю, моргалку. Ну, китайцы они и есть китайцы. Ну, в общем, вот такая вот колоночка. Кстати, по весу она выглядит, кстати, она, скажем так, легче или наоборот тяжелее, а поднимаешь, кажется, что немножко легковатая. Вот. Вот такой у нее вид. Тут надпись USB SD MMC Portable Audio System. Ну, эта колонка умеет играть, получается, только с флешек. Может быть подключена как внешняя колоночка для подключения через AUX. Прочих там радио. Такого в ней нет. Ну, в общем, вот такая вот колоночка Artsan R3. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь. Пока.